ничего не снимаю. Это гоблины, которые построили это. Там наверху за ними колонка еще стоит. Это город эльфов. Смотри, веревочный это парк. Да, город эльфов. Я хочу посмотреть. А там дети тоже есть. Обломи. Что это было? Смотри. Ну, да это вообще не замерз. Ну, кстати, на лодке здорово тем, что ты когда ногами управляешь, устаешь, потом сидишь на середине моря, ну, мучаешься. Да. Как же отсюда уйти? И прям такой опять грядешь, грядешь. Вон, тут вообще одна женщина такая. Ой, смотри, на ту. Она вообще молчит. Она вообще веревочный парк, город эльфов. Эльфы. Надеюсь, вы здесь ходите. Я пойду как культурный человек по дороге. Я этот, эльф. Ну, я так понимаю. Ты просим. Еще бесплатно. Ага. Лесной батут. Тут эльф. Не знаю, начало где-то, я не знаю. Веревочный парк, город эльфов. Вот, без страха, вход. Сейчас реально опасно держать. Вот, ну давай. Не, о, смотри, тут можно залезть туда наверх со страховкой. Круто. Данька, давай. Беседка стоит 3000 в сутки. Сутки взял, 3000 в сутки там сидит. Ну, то есть, имеется в виду, вот приехал, если толпой, там места-то много, заплатил эти 3000, вот где мангал, все есть. Тут два провода проходят.
Перебираешься сюда, по этой сетке сюда, и все, и ты застрял. Не, вот тут я уже. Но они все. Жуть! Это точно не для детей! Нет, да. А нет, там на велосипеде можно проехать. Это поле не для всех. А, кстати, вот здесь как пролезать? Тут никак. Там вот так остался, и все. Да не работает. Пицца. Пицца, да, не работает. Пицца. Костер? Сотный, изумрудный. Нет. Костер разрешено разводить только специально заведенных местах. Понятно. Вот, например, специально заведенное место. Закрытый домик. А вон для собаки дом. А собаки нет. И обувь. А, вот этот можно. Ничего себе, Рослик, это мало чей-то. Это мало что. Нет, он в шлеме. Ну, чел, ну, похоже. Чел. Ю-ху! И что? Подойти к нему ж можно? Отведенное место для костра. По вопросам аренды... О, тут можно арендовать, это все хорошо. И дом обратно это все сдать. О, я знаю, как туда посмотреть. Смотри, смотри. Вот тебе надо это покатиться. Ну вот на это я подскажу. Я ни за что в жизни. Ты сказал закрыт. Там ужасно. Домик номер какой? А, ну вот. Домик номер 5.